Брюссель, РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз серьезно обеспокоен событиями возле Верховной Рады в Киеве в понедельник и считает, что насилие не должно подорвать законодательное закрепление децентрализации на Украине, говорится в заявлении дипломатии ЕС Федерики Могерини. По ее словам, принятие проекта поправок к Конституции в первом чтении является важным шагом, который открывает путь к значительной передаче власти из центра на уровень регионов и сообществ. Поправки также будут способствовать реализации Минских соглашений, заявила Могерини. Теперь ЕС ожидает окончательного принятия этих поправок позднее в этом году. Этот процесс не должен быть подорван насилием. Сегодняшние события вызывают сильное беспокойство. Мы выражаем соболезнования семье погибшего сотрудника правоохранительных органов, а также тем, кто пострадал при взрыве во время демонстрации перед зданием Верховной Рады, заявила глава европейской дипломатии.